Матушка так ласково святую называют люди. Она помогает в любых просьбах. Такое есть поверье. Святая Блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Слепая от рождения, имела дар предсказания и исцеления больных, была глубоко верующим человеком. И вся ее жизнь стала примером великого духовного подвига – любви, терпения, самоотречения и сострадания. Люди просили ее о помощи, приезжали к ней со своими болезнями и тревогами. Сейчас с ней сокровенно можно пообщаться с той мощей, отмечают священнослужители. Для того, чтобы иметь дерзновение общения с Богом, даже через его святых угодников Божьих, нужно иметь душу чистую, веру открытую и твердую. И, конечно же, любовь ту, о которой говорил Христос. Перед смертью Матрона Московская сказала: «Все-все, приходите ко мне и рассказывайте, как живу о своих скорбях, я буду вас видеть, слышать и помогать вам». Зная это, православные всегда приходят к мощам святой. Сегодня в храме Иоанна Златоуста состоялся молебен по случаю прибытия мощей Ставропольского края. После службы святыню открыли для верующих. Принято считать, что к Матроне нужно приходить с цветами. Она при жизни очень любила розы и хризантемы. В Бытхинском храме мощи пробудут 2 недели. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ВКТ.